Муниципальный транспорт Омска готовит к зимним условиям, сегодня сообщил директор департамента транспорта Виталий Маслик. В регионе синоптики ожидают резкое похолодание. На этой неделе, возможно, выпадет снег. Сезонное обслуживание прошло уже 85% подвижного состава. Полностью подготовка к зиме завершится 31 октября. Однако не все гладко. В некоторых автобусах, троллейбусах и трамваях не хватает отопителей. Вместо 5-6 положенных установлено 4. Цена вопроса – 3,5 миллиона. Рублей. Что достаточно проблематично в условиях тяжелого финансового положения в предприятиях пассажирского транспорта. Но несмотря на это, в предприятиях налажена система восстановления котлов подогрева, поэтому основная часть к 1 ноября все-таки будет укомплектована котлами, плюс заказаны порядка 60 теплообменников. Ну, для примера, теплообменник – это одна из основных частей подогревателя. Она стоит порядка 30 тысяч, поэтому основная масса автобусов будет укомплектована этими котлами. К гололеду на дорогах начали готовиться и водители личного транспорта. В омских автосервисах уже появились очереди. На переобувку записывают за неделю вперед. Но аврала пока нет. Мои сервисы пока справляются. Дальше не знаем, что будет. Две машины в час. Средняя пропускная способность от 20 до 25 машин в машину. С учетом полной замены шин на всех четырех. А вы подготовили свою машину к холодам? С этим вопросом корреспонденты «Антенны 7» обратились к автолюбителям. Да нет, еще не успела. А почему? Ну, некогда было, работаю. Колеса поменять имеете в виду? Да. Нет, еще не поменяла. Мы отдыхать уезжаем пока. Не было необходимости, приедем, будем готовить. Переобуемся потом, чуть попозже. Ой, обещают холода, уже завтра снег. Посмотрим. Не боитесь попасть в такую ситуацию? Не боимся. Ну, видите, покрышки зимние, масло поменяли. Все как положено, а то заехали. Посмотрели, там антифриз, все дела. А почему же так оперативно? Снег уже везде. Сейчас 2-3 дня и снег. Вообще-то рекомендуют по науке плюс 5 и ниже уже на зимние ездить. У меня ТО запланировано на конец октября. Ну и в связи с погодными условиями, то есть еще рановато и резину менять. И у меня все по плану. О том, как сейчас работают омские шиномонтажные мастерские, мы расскажем вам завтра в эфире программы «Новости».